открывается 12-я краевая выставка «Алтай мастеровой». Звание «Народный мастер Алтайского края» присваивают ремесленникам уже 12 лет подряд. По традиции на выставке «Алтай мастеровой». В этом году открытие прошло 19 сентября в Алтайском государственном доме народного творчества. По словам Елены Безруковой, конкурс мастеровых ответственный и сложный. Потому что все-таки это звание, которое присваивается пожизненно, и уровень требований, предъявляемых к этому званию, он ориентирован на тех мастеров, которые уже получали это звание, на достаточно высокие требования к художественному и профессиональному уровню работ. На почетное звание в этот раз претендуют 13 мастеров из разных районов края. Они представили свои работы по бисероплетению, резьбе по дереву, корнепластике и другим направлениям. Все участники достойны похвалы, однако жюри будут выбирать лучших из лучших. Художественная ценность, обязательно участие в краевых мероприятиях, форумах, выставках, обязательно наличие у мастеров каких-то продолжателей, чтобы мастера проводили мастер-классы, передавали свои знания, умения, творчество молодому поколению. Юлия Наумова работает в Барнаульской детской школе искусств номер 1, преподает необычное направление – маркетри. Этим ремеслом она занимается уже 10 лет и на этот раз свои работы из дерева представила на выставке. По словам Юлии, маркетри – очень непростая техника. При помощи специального резака мастер вырезает кусочки, деталь за деталью, собирает набор. То есть нужно подобрать эти кусочки по тону, по цвету, по текстуре. Искусству возраст не помеха, доказывает своим примером Нина Степановна. Она больше 15 лет вышивает картины крестиком. По словам мастерицы, вышивка доставляет ей большое удовольствие. Вот почему пошла претендентом на мастера, потому что хочу своим правнукам передать, какая у нее бабушка, и что она в таком возрасте, почти 86 лет, еще вышивает, занимается и делает выставки персональные. Это я уже 2 выставки делала персональные. Все желающие могут оценить работу участников выставки до 16 октября. Добавим, сейчас в крае звание «Народный мастер» присвоено 34 жителям. Ольга Иванова, Андрей Печоркин. День с толком.